На железнодорожной станции «Соколовская» в минувший четверг сотрудники администрации округа совместно с представителями пассажирской инспекции провели рейд по соблюдению правил безопасности на транспорте. Выбор именно этого адреса был более чем оправдан. Здесь 21 февраля около 9 часов вечера 42-летний мужчина шел вдоль железнодорожных путей и был сбит проходящей электричкой. Мужчина получил травмы тяжелые, был госпитализирован в Щелковскую больницу и на следующий день, не приходя в сознание, умер. Шел он по путям, несмотря на то, что здесь есть отлично оборудованная пешеходная дорожка. Пешеходные переходы везде есть оборудованные, но почему-то вот люди своей жизнью не дорожат, идут там, где, в общем-то, ходить не надо. Прошлый год у нас за весь год было 9 погибших на железных дорогах. За этот год, за 2 месяца, за январь-февраль, уже 3 погибших. То есть ситуация развивается, конечно, нарастающим потоком, поэтому вот мы эти рейды проводим и будем проводить технические мероприятия по обнесению забором там, и облагораживанию пешеходных переходов, чтобы, в общем-то, людям было и комфортно, и в то же время безопасно. Рейд также носил информационную направленность. Проверяющие раздали прохожим листовки, обращающие внимание на необходимость соблюдать правила безопасности и осторожности при пользовании транспортом. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.